Самый вкусный матч этих выходных – это Манчестер Юнайтед Ливерпуль. Манчестер Юнайтед сейчас играет в очень скучный и неинтересный футбол. Команда продолжает катиться ко дну, в отличие от того же Ливерпуля, который сейчас идет на первом месте с 8 очками отрыва от Манчестер Сити. Но учитывая какую-то принципиальность игры с Ливерпулем, да, и какое-то свое самолюбие, я здесь рассчитываю на гол Манчестера Юнайтед. Ну а Ливерпуль есть Ливерпуль, я думаю, свой гол, а может быть даже 2 и 3 такому Манчестеру Юнайтед он забьет. Поэтому моя здесь ставка, обе забьют с коэффициентом 1.75. Если что касается итогового результата, то, конечно, я склоняюсь здесь к победе Ливерпуля. Ливерпуль сейчас просто машина, которая должна уничтожить Манчестер Юнайтед. И не забываем подписываться на мой телеграм-канал, ссылка внизу в описании. Всем удачной игры!